Полное описание и точки до выхода 15 и 16 серии 2 сезона сериала «Дельфин». 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 5 июня. В новых сериях мы увидим, как следственные действия Судаковой в селекционном центре приводят к неожиданному результату. Принято решение о его ликвидации, передаче его фондов и всех животных в другие, сходные по профилю организации. Инна пытается достучаться до Судаковой, но тщетно. Кораблёв ищет Захара, а также руководит расследованием нового преступления. Прямо на арене гастролирующего цирка погиб его директор Кирпичников. Допрашивая членов маленькой цирковой труппы, Середа и Акимов приходят к выводу, что директора не любил никто, и каждый мог ему желать смерти. Инна в печатном кабинете Тарбы назначает встречу поставщикам препаратов, с помощью которых была отравлена Василиса, но на встречу вместо продавцов, химикатов, приходит киллер. Только чутье Кораблева и его быстрая реакция спасают Инну и Ольгу, пришедшую ей помочь от смерти. При этом Инне кажется, будто она узнала напавшего. В отделе допрашивают Ельцова и Эленору, но выясняется, что они не причастны к смерти Кирпичникова. 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 5 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.